Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, четверг, рынок в Монте-Гротто Терме. Вы без труда до него доберетесь, приехав в Монте-Гротто Терме даже на поезде, пешком примерно 15 минут, и вы на площади, которая предназначена для рынка. В обычные дни это парковка. Рынок работает в утренние часы с 8.30 до 12.30. Ну что ж, уже летний ассортимент. Посмотрите, какие платья красивые я нашла. Кстати, я заметила все-таки легкое, но повышение цен в том числе и на рынке. Это платье стоит в районе 60 евро, что, безусловно, для рынка недешево. Эти брюки мне тоже очень понравились. Они стоят 45 евро. И это не натуральный материал, а вот предыдущее платье было выполнено изо льна. Следующий легкий пыльник мне понравился, выполнен из ткани, как будто бы парча. И сейчас вот такая длина пыльников будет очень актуально смотреться с абсолютно любыми брюками и с юбками, платьями макси длины. Сегодня я сама на самом деле примерно силуэтно также оделась. Этот пыльник представлен также вот в таком черном цвете, и есть так называемый моноцвет, был белый, зеленый и, по-моему, оранжевый. Пожалуй, больше, чем необычную яркую обувь, я люблю необычные юбки. У меня целая коллекция. Эта юбка мне очень понравилась. Я бы ее, наверное, даже приобрела. Но она в размере талия уника. То есть размер, как я называю, кому подойдет, тому подойдет. И она действительно очень велика. Даже если носить ее на бедрах, она велика, она широкая. Но посмотрите, как она красиво сделана. Это шелк, сырец. А цена достаточно высокая, но и крой, и само качество изделия мне очень понравилось. Из такого же материала и с такими же деталями есть блузы. Кто захочет, может составить даже комплект. Получится наряд на выход, но мне очень понравилась именно юбка. Также этой марки мне понравилась вот такая блуза. Рукава на резинке, низ также на резинке. Эту блузу можно будет носить очень красиво, частично заправленной, можно не заправлять. Эта блуза, как говорят здесь в Италии, molto versatile, то есть носить ее можно по-разному. Цена тоже не низкая, но это 100% хлопок, очень аккуратно выполненное изделие. По всей видимости, фирменное, наверняка где-нибудь на сайте можно найти эти же вещи, но несколько дороже. У этого продавца очень хороший вкус, как следствие, очень интересные вещи. Мне также сумка понравилась. Посмотрите, похожа на цветок. Может носиться на текстильном ремне, будет выглядеть более спортивно. Есть также ручки, но подобную сумку лично я бы носила как клатч. Она действительно выглядит как роза, либо как пион. Посмотрите, насколько она хороша. Приглушенный цвет, очень необычный дизайн. Я очень люблю полоску. Знаю, часто мне пишут, что полоска похожа на спецодежду. Но у меня лично полоска ассоциируется с морем, и сейчас на рынке появилось много хороших вещей в полоску. Моя любимая полоска – это бело-серая, даже не черно-белая и не бело-синяя, а вот такой бело-серый вариант. Посмотрите, какие красивые кольца я нашла, я показываю их не в первый раз. Каждая стоит 7 евро. Если верить продавцу, то это муранское стекло. Как вы считаете, какое кольцо бы я выбрала для себя? Да, если бы я приобретала, я бы купила белые кольца, причем несколько штук, либо несколько белых, допустим, три кольца, чтобы носить на обеих руках, и одно бирюзового цвета, либо красного. На самом деле взяла бы какой-то очень яркий летний цвет. Такие кольца очень стильно смотрятся, в особенности, если их носить несколько штук сразу. Я говорила о том, что в период зимы было очень много красивых трикотажных платьев. Они и так стоили недорого, в районе 25 евро. Сейчас их можно купить за 10, а то и за 15 евро. Все зависит от длины, все зависит от фасона. Я очень люблю необычные колготки. На самом деле градация такова. Необычная обувь, необычные юбки, на третьем месте необычные колготки. Очень легкий способ, самое главное, дешевый, доступный абсолютно каждой, сделать свой аутфит более красивым, необычным, модным, стильным и так далее.
Колготки на рынке можно купить за 1 евро. Это очень дешево, потому что в среднем колготки, самая обычная сетка, обойдется в 6-8 евро в специализированном магазине. Сегодня я набрала себе вот такие колготки, чему безмерно рада, и в ближайшее время покажу, как я буду их носить. Абсолютно на любом рынке вы найдете лоток, где продается все для рукоделия. И здесь очень часто продаются вещи, сделанные своими руками. Это могут быть вязаные вещи, это могут быть вот такие сумки. Здесь же можно купить заготовки для таких сумок, ну и здесь можно купить готовые сумки, если вы не очень склонны к рукоделию. Мне сегодня очень понравились несколько вариантов. Мне понравился клатч черный, и мне понравился вот этот вариант розовой сумки. Эта сумка стоит около 70 евро, что, безусловно, недешево, но вы знаете, она не уступает по своему внешнему виду, уверена, по качеству изготовления другой сумки, которую делает марка Milanese. Она на самом деле специализируется тоже вот на таких сумках, которые выглядят хендмейдерски, которые на самом деле таковыми изначально и являются, либо являлись. Сейчас я не знаю, как у них налажено производство, но эти сумки, безусловно, стоят дешевле, и купить их можно, посмотрите, просто приехав на рынок. За 25 евро я встретила вот такие неплохие брюки карго. На мой взгляд, это все-таки не до карго, но уже очень приближено к тому, что может действительно являться карго. Здесь, посмотрите, ремень текстильный, 100% хлопок. Посмотрите, очень аккуратно выполнены эти брюки, джинсы. Ткань очень похожа на деним, скорее всего, это и есть деним. За 25 евро, почему бы и нет, купить на сезон, помодничать и забыть об этих брюках. Кстати, здесь также мне понравились джинсы. Эти джинсы тоже имеют накладные карманы. Я брала бы их в размере L либо XL, чтобы они сидели на бедрах. Кстати, если вы ищете себе джинсы на низкой посадке, обращайте внимание, что вот такие прямые, достаточно широкие джинсы можно просто купить на пару размеров больше. Они очень красиво спустятся. Эти джинсы, кстати, предусмотрены для ношения с средней либо даже высокой посадки, насколько мне объяснили, но, повторюсь, я бы приобретала на пару размеров больше, все как я люблю. Всего 45 евро стоит вот такая обувь, это образцы, это прямо такие образцы с фабрики непосредственно, и подобная обувь стоит около 200 евро в магазине, есть магазин Венеции, я часто показываю вам обувь этой марки в витринах того магазина, и посмотрите, всего лишь 45 евро на рынке можно купить вот такую действительно качественную, оригинальную, красивую обувь. Здесь главное успеть на свой размер, очень часто размерный ряд ограничен сам по себе, бывают только самые ходовые размеры 37 и 38, но в целом некоторые модели представлены и в других размерах тоже. Tutte le fabbriche nostre. Se si segna sul telefono, le do la via. Sì, sì. Интересная, необычная, трендовая, самое главное, очень качественно выполненная обувь, доступна, посмотрите, прямо-таки на рынке, что можно еще желать. Рынки пользуются огромной популярностью у туристов из Германии и Австрии. На рынке можно услышать немецкую речь примерно в том же количестве, как и итальянскую, настолько посещаемые эти рынки туристами из этих стран. Thank you.
Ну что ж, мои прекрасные зрители, будете в Монте-Гротто Терме в четверг, обязательно заглядите на рынок. Возможно, вы ничего не купите, но, безусловно, окунетесь действительно в итальянскую атмосферу итальянского рынка. Оно того стоит, поверьте. На этом с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.